Уполномоченный по правам ребенка Московской области и сотрудники Следственного комитета навестили в больнице двух младенцев, которые мать оставила в подмосковном хостеле. Дети получили подарки, врачи рассказали об их самочувствии сейчас, ну а тем временем полиция продолжает искать мать, а также других родственников оставленных малышей. Все подробности у Владимира Старикова. Зубы у тебя, да? Поэтому ты сосешь пальцы. Маленький Даниил и Даниэла чувствуют себя хорошо, радуются при виде камеры и изучают многочисленные игрушки. Вот, смотри, какая штучка. Смотри. Ой, держись. В Дзержинскую больницу малышей привезли с легким насморком и простудой, но врачи быстро поставили ребят на ноги. Детки здоровы. Они сегодня проснулись в состоянии удовлетворительном, активные. Пили, ели, играли. Ну, что и положено, в принципе, делать младенцам. Ребят забрали из этого подмосковного хостела. Мама привезла их туда, оставила телефон, вышла якобы за документами и не вернулась. Пару раз отвечала на звонки, говорила, что много работы, с тех пор абонент недоступен. Работники хостела вызвали полицию. Но вы же помогли им, правильно? Детям. Хостел до сих пор закрыт. Здесь продолжают работать полицейские и следователи. Мать малышей, как и родственники и знакомые семьи, все еще не объявились. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины, оставивших детей, и их возможных родственников. Детям, как установили врачи, чуть меньше года. В развитии не отстают, даже наоборот, очень самостоятельные. Не привыкли к рукам взрослых, умеют проводить время одни. Интересно, что мальчик по результатам обследований чуть старше девочки. В ближайшее время будет проведена экспертиза ДНК детей. Вообще надо выяснить, являются ли они друг другу родственниками. И мы ждем от следствия данных. Долго детей в больнице держать не будут. Решено на днях передать их во временную семью. А вот сколько они пробудут там, зависит от того, найдется ли все же мама или кто-то из родственников. Владимир Стариков, Владимир Воинов, Дмитрий Черников и Ксения Узунова. Вести.